В Киевском институте интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия отмечают долгожданный праздник – Международный день студента. Здесь обучается будущая элита государства. ВУЗ осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов в области защиты прав интеллектуальной собственности. Именно в таких профессионалах сегодня нуждается наша страна. В этот день поздравил студентов с праздником президент Одесской юракадемии академик Сергей Кивалов. Также ВУЗ посетил экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко. Это именно он в 1997 году поддержал идею создания Одесской государственной юридической академии. Хочу бы вам подякувати за зустріч, здоров'я, щастя, добра. І я, коли кожен раз виступаю, що все залежить в кожному колективі, і в тому числі в нашій державі, від керівництва. Можу зразу. Бережи свого керівника Сергія Васильовича. Ми знаємо друг друга дуже давно. Я хотів би вам побажати щастя, добра і всім нам миру і злагоду в нашій державі. Ми вас искренне поздравляємо з праздником. Сьогодні день студента, а студентські роки – це самі золоті роки для всіх. Вот для Василия Ивановича, для Валерия Павловича, для всіх преподавателей. А ви сьогодні в цьому статусі. Здесь ви не тільки получите диплом, а я вас уверяю, що ви получите хороші знання. Я уверяю вас, что вы правильный выбор сделали, то, что учитесь в Национальном университете Одесской юридической академии. Дякуємо за те, що, Сергій Васильович, от я вже казав вам, коли ми піднімали, що це все було створено практично руками Сергія Васильовича, без виключення. У нас гуртожиток один із кращих, я думаю, в Києві. Там умови, як в готелі. Наш Сергій Васильович все напевне казав, але у нас тут буде будуватись весною спортивний комплекс з відкритими басейнами, все це теж буде реалізовано. Одні з кращих аудиторій, зал вченої ради, який ми сьогодні побачимо, їдальня. Сергій Васильович все зробив для вас, для наших студентів, для наших дітей Києва, Київської області, цілої України, бо я впевнений, що в нас величезна перспектива нашого вузу. Празднование Дня студента продолжилось концертно-развлекательной программой, подготовленной самими студентами. Говорят, к мероприятию готовились долго и тщательно, продумывали каждый номер. На сцене молодежь продемонстрировала свои таланты. Они много шутили, пели и танцевали. Счастливые студенты благодарят руководство вуза за подаренный праздник. При инициативе руководства Одесской юридической академии, в частности нашего филиала, мы очень часто собираемся и проводим такие мероприятия. Помимо учебы, у нас еще и вместе проводим свободное время, отдых, развлечения. Как долго готовились к празднику? Готовились на самом деле, где-то приблизительно около месяца. То есть преподаватели узнали позже, студенты готовились раньше, все-таки это день студента. Но, несмотря на это все, руководство тоже очень тщательно и долго готовилось к этому. В стенах нашего университета достаточно часто проводятся мероприятия подобного плана. Вот, и в Одессе часто проводятся, поэтому студенты довольны. Благодаря Сергею Васильевичу Кивалову есть такая атмосфера. Достаточно сильный у нас президент, который нас мотивирует, нам помогает и ставит нашу планочку все выше и выше. Вечер сегодня проводим замечательно. Мы собрались с друзьями в прекрасной компании. Я желаю, чтобы все сегодня прекрасно отдохнули, отметили вместе с преподавателями. Хочу побажати всім студентам нашої академії, щоб вони чудово провели цей вечір, запам'ятали його надовго, оскільки таке не буває не в всіх академіях, не в всіх інститутах, і ми повинні бути вдячні за те, що до нас таке організовують, тому гарно всім відпочити. На празднике также разыграли билеты на концерты известных исполнителей «Монатика» и группы «Неангелы». И еще один. Самый главный сюрприз ожидал студентов. Обладатели счастливых билетов автоматически получат отметки «Отлично» на экзаменах и зачетах. Ярким завершением вечера стала дискотека от лучшего киевского диджея. К поздравлениям с Днем студента присоединяются Наталья Апара и Юлия Пальнова. Телеканал «Репортер».